преддверии Дня работников сельского хозяйства мы рассказываем о людях, которые стоят на передовой агропромышленного комплекса региона. В Щербактинском районе 96 сельхозтоваропроизводителей, занимающихся растениеводством и животноводством. Крестьянское хозяйство «Назар-Али» базируется в селе Чигириновка Щербактинского района. Основано оно в 2016 году. Как и многие хозяйства, начинали с малого, с 25 голов. Со временем поголовье увеличивалось, и сегодня это успешное и стремительно развивающееся хозяйство. Толчком стало для меня занятие сельским хозяйством. Это крестьяне, которые действующие в деревне были, они рассказывали про программы государственные. И меня это заинтересовало. В 2016 году я открыл крестьянское хозяйство, назвал в честь сына Назар-Али и участвовал в программе «Свага». Первый скот закупил в 2016 году. Вот через ТОКТ «Рассвет» получил кредитование на 3 миллиона. Изначально скот приобретали у местных жителей. Затем, участвуя в различных госпрограммах, хозяйство пополнилось маточным поголовьем «Акбас». В планах у крестьянского хозяйства полностью перейти на разведение белоголовой породы. В старте у меня было 10 голов. Отец передал мне маточное поголовье скота. И плюс я закупал 15 коров. Итого 25 голов у меня было. И развил до 200 голов КРС. И вот 50 голов я приобрел белоголового скота. Ну, сейчас в планах полностью перейти на белоголовые. Со следующего года буду выбирать полностью вот эти беспородный скот. В Щербактинском районе наряду с крупными хозяйствами занимаются животноводством и небольшие ИП. У Сергея Деркач на откорме в небольшом загоне 50 голов КРС. Начинал с 5 голов. 5 голов было. А сейчас вот здесь, ну, тут уже мы вырезали, так, 50 голов, ну, в год у меня, как, по 3 месяца откорм, каждые 3 месяца меняю ее. Мы закупаем с поля худых, привязываем, вот этот бычок приехал, вот таким был, и вот он 3 месяца простоял, вот так, корм постоянно привязанный, до товарного мы доводим, и потом уже на рынке Павлодарыны. Сегодня аграрный сектор района готов к любым вызовам и активно развивает свои хозяйства, используя современные технологии. От труда аграриев зависит процветание не только Щербактинского района, но и всего региона в целом. Валентина Леонова, Айбек Газиз, Ертыс Акпарат из Щербактинского района.